have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Ладушки. У нас тут обвалило, завалило. Ай, стены частично обрушились. Я надеюсь, что там что-то деревянное. О, ко мне пришли. Сюрприз, пойдем. Ночью дом попал под удар. У нас вообще 2 градуса, нам тут трындец. Она очень голодная, тяжело болен. А, это торговец. В смысле, сюрприз. Ну, это выглядит, по крайней мере, как торговец. Раньше так торговцы выглядели. А, да... Ты... Ну, так что, что? Что, ну, так что? Поговорить? Давай поговорим сначала. Мой дом рухнул под последней бомбежкой. Так. Что ты предлагаешь? Ты много ходишь по городу. Что ты видела? А что я видела? Много чего видела. Военные сбросили множество минометных мин с холмов. Ну да, у нас тоже вон прилетело по сараю. Большая часть попала в центр, но и да, край долетела. Угу, было такое. Ну, я не высовывался... А, я не высовывался из укрытия всю ночь. Проклятые убийцы, им все равно кого убивать. Они хотят нас сломать, запугать и заставить подчиняться. Заставить вышинцев сдаться столице, принять правила грозницев. Думаешь, можно стереть идентичность целого народа? Я не знаю, я стараюсь жить одним днем. Да, это, конечно, круто, а, ну, типа, мы просто меняться будем. Так, мне нужно... У тебя термостата нет, у тебя есть топливо. А у тебя и дерева нет. О, ты мой красавец. Давай растопку. Что я тебе это дам? Я тебе дам просроченные лекарства. Отлично, мы договоримся. Погоди, дружище. Мне нужны таблетки. Да, я, наверное, шучу. На тебе бинт. Очень щедро с моей стороны. Отлично, я могу еще дофига наторговать. Мне, пожалуйста, тогда морковку. Чтобы я мясо мог приготовить. У меня есть мясо, у меня есть морковка, у меня есть вода. Вода есть. Топливо я взял только что. Отлично. Блин, мне бы дерево достать, черт побери. Что ты хочешь за консерву? Так не пойдет, давай больше. На тебе гильзы. На тебе порох. Блин, они вообще... Так, не детали оружия не отдам, извини. Это слишком... Давай пульку. Пулька тебя тоже не устраивает. Может, сахарочку? Пожалуйста. Да блин, ну чувак, а сколько тебе надо всего? Ну давай тебе... блин, электронику не хочу давать. Я очень хочу эту консервочку у него получить. Ладно, давай я тебе, может... Да, одну детальку, и ему хватает, договорились. Все, давай чеши. Я пошел готовить суп, потому что нам всем пожрать надо. И сейчас надо ему лекарство дать. Так, поговорить. Давай сначала поговорим, потрендим, да-да-да-да-да. Тебе лучше? Да, наверное, я жив благодаря тебе, но я по-прежнему их вижу. Постарайся пока об этом не думать, тебе нужно отдохнуть. Мой рюкзак, он у тебя? Да, все в порядке. Мне стало любопытно, что это, но я не стал шарить в твоих вещах. Это все, что мне удалось спасти, старинные рукописи, мой талит. Ты рискнул жизнью ради этого? Я спас его из огня, взял сколько смог унести. Прошу, ты можешь его сохранить? Конечно, его спрячь, теперь постарайся уснуть. Нам бы... Блин. Сегодня я дольше говорил с Аней, мне больно вспоминать все, что я видел в синагоге и институте, но я мог, хотя бы могу разделить эту боль с неравнодушным человеком. Ну как неравнодушным, чувак? Мне лично вообще пофиг. Давай пожрать приготовим, чтобы хоть что-то похавать. Давай вот эти вот. 2 надо. Ай. Дофига. Да, тебе биографию тоже. Рубен снова рассказал о своем побеге из синагоги в бой в институте Самуила. Должно быть, эти нападения взаимосвязаны. Целью зачистки была их община. Ему удалось спасти некоторые вещи и внести их в рюкзаке. Некоторые
Они очень много... Наверное, они очень для него, очень много для него значат. Пожалуй, буду хранить их вместе со своей коллекцией. Опять кто-то за дверь? А, я его не отпустил, серьезно? Дружище, я думал, ты автоматически уходишь после этого. Давай, до свидания. Давайте сейчас похаваем. Потом. Блин, мне бы где-то... Как мне в него эти таблетки запихать? Или мне нужны уже антибиотики прям, да? Чтобы... На, покушай вот это. Тебе нужно поесть. На самом деле все фигово. Она еще и устала. Но она, по крайней мере, спала на полу. То есть она не вымотана, а просто устала. Ну, тоже поешь. У нас ноль. Я сейчас закину все дрова на обогрев хаты, чтобы оно тут не сдохло, честно говоря. О, ачивочка. Голоден, тяжело болен. Ценные материалы. Положить в коробку. Спасти или достать все. Нужно перенести церемонию предмета, достать все. А спасти ты их куда-то положишь? Я смогу их потом пощупать или нет? Серьезно. Честно говоря, в данный момент я это гораздо больше рассматриваю как топливо, чем... Ну, как бы серьезно, ребят. Ладно. Они тут спасают искусство, они тут это. Они тут сдохнут. Я практически уверен, что я не вытащу эту... Что я не вытащу эту катку. Ой, погоди, тут можно завалы разобрать. Давай, поехали вручную. Лопаты нету. Ну, в смысле, мне слишком холодно. Пошла, родимая. Мы еще и два завала не разберем сегодня, скорее всего. То есть один вот этот мы как-то разгребем. А, если бы была лопата, да, если бы докобы. Лопата, да. Смеемся после слова лопата. Мне где-то... Короче, мне срочно нужен топор. Продолжаем трудиться в сторону топора. Мне нужны деревяшки, мне нужно... Сейчас я посмотрю, сколько мне нужно деревяшек и деталей. Ну вот, все оставшееся топливо, которое мне там осталось, там сколько, 4-5 их будет. Я все закину на ночь. Да, тут холодно, я не спорю, давай, работай. Все закину на ночь в топку. Я не знаю, вот этот чувак, скорее всего, не выживет. Но у меня очень большие сомнения, что он выживет. Разве что это какая-то сюжетная фигня его будет держать на этом свете. Вот, но у меня большие сомнения. Насчет бомжей на стройке, я не знаю, там не было написано «опасно». Но я вот что-то вообще как-то не доверяю тому, что там происходит. Ай, не знаю, мне не понравилось. А куда еще пойти, кроме стройки, я тоже не знаю. Опять же, дедулька есть, но дедулька, скорее всего, уже окочурился. Сколько у него, 2-3 ночи не было, я ему тепло не принес. Я думаю, он уже отъехал. Можно навестить его хладное тело, но там и лутать-то особо нечего. Там в холодильнике чуть-чуть было. На удивление, наша проблема сейчас это не еда. Ну, то есть, мы сможем немножко с едой разобраться. Пока что получается. Я вон консервочку выторговал. Давай, давай, не ной, копай. Наша проблема это именно дерево. Ну, то есть, в данном случае, лично моя проблема это поскорее сделать топор. Мясо, вон, я вижу. Отсюда этого не видно. Вон, шкафчик внизу, который можно разрубить, я уверен. Тут... Тут найдется еще что разрубить. Я думаю, вот тут какие-то вещи будут. Опять же, топор можно брать с собой куда-то и тупо ходить на деревянные вылазки, чтобы нарубить там дерево. Пришел, согрелся. Вот. Ну, потому что в 0 градусов они тут попереболеют все к черту и все. 6. 6, 10. Она не успеет. Все, поехали. Завтра долутаем. Надо закинуть дров. Давай сюда. Я про вот эти таблеточки провтыкал. Они слабые. То есть как там у нас...
Погоди, у тебя опять что-то в биографии? Аня сберегла вещи, которые я вынес из синагоги. Может, они не настолько ценны, как ее произведения искусства, но они уникальны, бесценны для нашей общины. После гибели стольких людей моя главная цель — сохранить память о ней. Такие вещи часть этой памяти. Давай, 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 давай. У нас времени мало. Давай в топочку быстренько закидываем все, что у нас есть. Завершаем день на 7 градусах. Ну, такое себе на самом деле. Ну, ладно, делать больше нечего. Есть опять стройплощадка, есть соседские дома. Есть институт Самуила, кстати. Немного еды, немного материалов. Блин, я не посмотрел, сколько мне надо. Пойдем в институт Самуила сходим. Я возьму с собой ломик. Поехали. Я надеюсь, там никого не осталось. Ни мародеров, ничего. Надо бы туда сходить. Мне, в принципе, это немного надо, если что. Ага. Туда еще и просто так не зайдешь. Давай лутаемся. Детали для оружия буду брать, потому что, во-первых, понадобится, во-вторых, в приоритете для торговли, если что. В луже крови лежит труп с единственной пулей, впившийся в лоб. Выглядит как хладнокровное убийство. Именно так и выглядит. А если ты не будешь аккуратно ходить, то ты останешься еще одним трупиком здесь. О, холодильничек. Я даже бегать здесь не хочу, честно говоря. После того, что он тут понарассказывал. О, там какие-то это. Это может быть крыса, кстати, подвал. Может быть крыса. Я сначала лутану. Тут нет, не показано, как кража. Забрать все, конечно же. Консерва, жрачка. Морковка, которую я выторговывал. Тут она просто есть. Можно было прийти. Забрать. Все больше и больше тел, разбросанных среди обломков. Многие религиозные предметы были намеренно уничтожены. Это понятно, это же погром был. Тут, в принципе-то, голодна, опечалена. А, она еще и опечалена. Вот, отлично. Дерево дайте, пожалуйста. Здесь все. Просто взять все. Кстати, каска. Каска разбитая. Это неплохая вещь. Так, нидийская ваза. Кажется, что-то все же выдержало атаку. А в смысле взять? А куда ее взять? В куда? Вместо чего? Что у нас за такие вылазки за искусством пошли? Вы офигели, что ли? Полежишь тут. Заберу потом вместе с деталями для оружия. У меня сейчас первостепенная задача. Я тут даже еду, если что, брошу. Мне нужно... Ой, ценно. Ох, как тут хорошо-то вкусно насыпано столько всего. Знаешь, что? Оставляем здесь еду. Нет, консерву возьму, каску оставим, еду, воду оставим. Сейчас все, что здесь. Я заберу и сложу в ту кучку, чтобы оно стакнулось, потому что там детали для оружия, они тоже стакнутся. Торговец сегодня был. Сегодня нам без толку брать ценности. А сюда можно будет потом сходить. Я надеюсь, что оно не поменяет свой статус на опасное или что-то такое. Сюда нужно будет сходить лутануться, когда у нас будет топор. Мы все равно сюда будем возвращаться. Поэтому, да. Сейчас пока что лутаемся до топора. Забираем дерево. Вообще без вариантов забираем. Заберу, украду. Так, дверки. А туда наверх? А через столик? Давай, поехали. Табак это, по-моему, я подобрал сейчас, да? Давайте пока что забираем все. Еще одно тело лежит среди полного хаоса книги, мебели, церемониальные предметы либо сожгли, либо разбили на мелкие куски. Ну что ж, да. Боже правый, боже левый. Разбираем баррикаду эту.
Тут, скорее всего, тоже будет какой-то сейчас предмет искусства. Так, у нас уже почти полночи прошло. Черт, время, офигеть, как быстро идет. Мне, как ни крути, нужно найти еще дерево. Мне кажется, то, что я подобрал, недостаточно. Военные преступления 41-45 годов. Но даже в руинах осталось что-то невредимое взять. Взять, но взять потом. Вот, ломаем. Не зря же я сюда Фомку-то притащил. Даже если я тут сейчас ничего не заберу, просто взломаю эти двери, чтобы я мог сюда потом прийти. Обыскиваем вот этот шкафчик. А, электронику. Так, оставляем здесь лекарства и табак. За этим мы вернемся. Тут ничего. Да не бить, кого ты бить-то собралась? Пойдем. Вламываемся сюда. Короче, ломики, топорик, это здесь... О, здесь все. Это просто первоначальные вещи здесь, которые, ну, must have. Иначе... шестеренка, хорошая вещь. Сигареты, они оба, по-моему, трезвенькие, не курящие. Ну-ка, сейчас, если тут еще дерево будет... А оно тут будет. Я тут даже еду оставлю. То есть мы сюда следующую ночь идем, забираем все остальное. Все, валим к выходу. Я думаю, что нам хватит. Следующую ночь мы сюда приходим. Выносим все остальное. Может быть, даже с топором сюда придем. Ну, хотя, да, наверное, с топором можно будет прийти. Тут можно будет еще нарубить кучу всего. Хотя нет. Короче, ладно, будем сейчас смотреть по остаткам дерева, как оно пойдет. Вот если он сейчас сдохнет, я приду, он сейчас может уже сдохнуть, кстати. День пятый. Та тетка говорит, сохрани искусство, я скоро приду. Ага, ушла, блин, третий день ее нет. Надеюсь, Рубин туда не пойдет. Как бы Рубин уже, по-моему, уже никуда не пойдет. Но выглядит тяжело больным. Конечно, он выглядит. Это вот это нам надо, стой. Сильно устала? Да, на здоровье. А, я могу нож сделать. Детали. Ага, я понял. Мне, пожалуйста, вот. Улучши верстак. Нож-то хорошо. Нож можно будет... потом использовать как для самообороны. Да и для нападения, кстати. В институте мы устроили бойню. Видела там много трупов и обломков бесценных произведений искусства. Эти люди никому не угрожали. Они просто помогали друг другу выжить в этом кошмаре. За что им такое? За что им такое? Угу. Сильно устала. Это, конечно, не очень хорошо. Ну ладно. Так. И нам не хватает еще две детали на оружие и еще дерево. А там дерева, по-моему, уже не было, да? Да вы издеваетесь нафиг. Пять деталей на оружие. Ладно, они там остались. Я это видел. Что у нас по топливу? Сколько тебе надо? Пять дерева. У меня осталось одно. А что у нас по деталям? Извиняюсь, ребят. Так, а как мне... Ну вот, наши вещи. Деталек у нас осталось еще 12. Один розжиг и 12 деталек. А он к нам как раз и пришли. Пойдем посмотрим. 2 градуса. Нам бы термостат где-то достать. Ну или вторую печку ставить. Но вторую печку вот вообще не вариант. Это дорого. Рад тебя видеть. Можем поговорить? Ну, давай початимся. Привет, Ань, ты в порядке? Рад тебя видеть снова. Мы живы, но моя коллекция пострадала. Какая нафиг коллекция? Так, хорошо. О, нет, ты все потеряла? Пока только часть, но не знаю, удастся мне сберечь остальное. Послушай, присоединяйся ко мне в музее. Там будет безопаснее. Можешь мне хранить, поможешь мне хранить экспонаты? Но здесь мой дом, и что будет с человеком, за которым я ухаживаю? Он еще болен и может не пережить дорогу. Я принесла тебе кое-какие лекарства и еду для него. Я буду ждать тебя в музее. Постарайся добраться туда, когда будешь готова. Лекарства. Ну, хорошо, ладно, хоть так. Спасибо, подумаю.
Только помни, произведения искусства в твоем сарае могут быть дороже жизни. И давай, чеши отсюда. Наше наследие бесценно, помни об этом всегда. Куда ты пошла? Зайди в дом, дура. Так. Что там по лекарствам? О, я могу дать ему лекарство. Наконец-то оно, может быть, очухается, и я смогу использовать его по-нормальному, потому что две пачки лекарств. Нормально. Дай ему лекарство, пожалуйста. Держи, они тебе помогут. И пойдем дальше сейчас раскапывать обломки. Эта девушка, она столько для меня делает, ага. Она очень столько для тебя делает. Пойдем дальше копать. То, что очень устал, меня на самом деле не очень колышет. Нам нужно еще раз туда будет смотаться в центр этот. Откуда мне все чертовы деревяшки? Вот в чем вопрос. Мне не хватает 4. 4, Карл. Сколько там их осталось? 2? Не-не-не, не холодно. Ты как раз наоборот взбодришься. Ты же засыпаешь, так что давай. Опечаленно, бла-бла-бла. Вот он сейчас очнется, он будет себя хорошо чувствовать. Ты как раз порадуешься за него, и все с тобой будет хорошо. Ребят, война на улице, соберитесь. Получилось. Так, что у нас тут такое? Скульптура, свет и вода. Положить в коробку. Семейный фотоальбом положить в коробку. А почему я это не могу положить в коробку? Размер 2, я понял. Ну, давайте вот так. Спасти. А, мне сюда одно приходится бросить, что ли? Или я потом не смогу вернуть? В чем проблема? Что ты долго так с этим всем возишься? Это скульптура и картины, или там фотоальбом? Серьезно, смотри, сколько она полчаса на это потратила. Ну ладно, меньше, но все равно. А, да, то есть мне нужно было выбирать, что спасти. Ну ладно, там можно было даже почитать, что это, но вы, если что, на паузе, я думаю, уже прочитали. Так, хорошо. Добавляем, теперь смотрим, что можно пустить на растопочку. Память предков, фотоальбом, часы. Отобранные. А, это которые можно найти. Я их могу принести. Хорошо. Церемониальные предметы. Которые принес Рубин. Да-да-да-да-да. Пустить на дрова. Поехали. Вы уверены, что хотите уничтожить уникальную вещь? Когда она превратится в пепел, жалеть будет уже поздно. Да. Его церемониальные предметы мне вообще никуда не уперлись. Так что об этом я жалеть не буду. Я пока сломаю одни, да, взять все, чтобы можно было растопить сегодня, а там потом посмотрим. Поговорить с ним можно, то-то, сё-то, пятое, десятое. Я в биографии ничего. Тяжело болен, под лекарствами, приходит в себя. Ну, то есть все, в принципе, нормально. Пойдем закинем. Так, там нужен термостат. Для термостата нам нужно заапгрейдить. В принципе, шестеренок не хватает. Простой обогреватель. Что нужно для еще одного простого обогревателя? Ну-ка. И если я могу его строить, сейчас посмотрим. Значит, мне нужно будет оружейные детали забрать. В принципе, нужно будет забрать все, что там есть. Я туда пойду сейчас с пустыми руками, выходит. Чтобы построить обогреватель, но опять же, дерево, детали. Деталей у меня вообще ни разу нету. А этот он мне просто не будет давать 10 градусов. Ладно, пофиг. На самом деле, что есть, то есть. Он, если просто при трех дровишках он дает 0 градусов, потому что там наступили сильные холода, то как оно будет? Ой, если это не это. Давай. Нет, 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 не то, не то, не то, не то, не то. Я же не могу. Вот это вот, пожалуйста. Все, завершаем день на плюс 5 градусов уже что есть. А, музей, нет, погоди, в институт немного еды, немного запчастей, самые 34% добывать, спать. Ты, короче, чувак, восстанавливайся, следующую ночь мы оба, наверное, спим в кровати. Я пошел. Ну, в смысле, кровати. Кровати нет, на полу она поспит, конечно, выспится, может немножко заболеть, но у меня есть легкие таблетки. О, она уже как зомбя.
Крутяк. Тут этот вход кривой, непонятно какой. Ай. Да, короче, после этой ночи ей нужно будет отдохнуть. Все, она уже вообще никакущая. Мне интересно, почему у чувака, да, он ранен, но почему у него переносимый вес всего лишь 8, если даже у хрупкой девчушки 11. Взять все, пожалуйста. Я смогу доски выторговать у торгаша. Ну, у меня он есть бриллианты, ну, типа драгоценности. Вот, но опять же, это нужно будет, вот когда один день прошел, сейчас второй, получается, день проходит, на третий день мы остаемся дома спать. А, в смысле, вымени у торговца. В прошлый раз у торговца не было досок, это сейчас дефицит, он может тупо и не принести нифига. А, игра, игра. Ну, на самом деле, хардовенько. Прям приходится думать, что ты делаешь. А, окей, там нет ничего, это через этот вход забирался. Пойдем наверх, посмотрим, сможем ли мы все утащить. Там ничего. Тут спокойно можно было, кстати, на снайпера попасть. Забираем все, что получится еще забрать. Взять все. По-моему, опять что-то не получится забрать. Это будет... Сигарету оставлю. Мне на самом деле, наверное, не критично. Их, хотя их можно торговать. Взять. Че я брошу? Брошу сигарету. Досточку-то я возьму, кстати. Две детали. Две детали мне эти необходимы. Блин, погодите, а мне же нужно даже три детали, если я правильно помню. Ну, давайте я удобреньку оставлю, потому что они у меня там растут. И давайте... Да даже не знаю, что еще оставить. Ладно, шестеренку оставлю. Возьму четыре детали, потому что мне это сейчас важно. Будем знать, что тут одна шестеренка. Если я сюда когда-то еще за дровами наведаюсь, бежать к выходу... то можно будет подобрать и эту мелочь. С другой стороны, если я приду сюда за дровами, я тут нарублю столько, что я утащу чисто дрова. А, непонятно, как это все будет. Я вообще, на самом деле, сейчас думал эту серию заканчивать, но учитывая, что следующую ночь мы никуда не пойдем, она поспит в убежище, давайте, наверное, еще денечек протянем. Получается, потому что у нас не будет столько приключений. Сейчас посмотрим, как он себя чувствует. Очень хороший улов. Смотри, что я принесла. Да, все верно. Выглядит хреново. Может быть, ты слишком ее загонял. Как бы не я, Рубен ее загонял. Чуваки, вообще не ко мне претензия. Чувствует себя гораздо лучше. Нам нужно лишь присматривать за ним. Отлично. Ты ходишь уже? Дружище! Дружище, ты ходишь или как? Так, значит. Мне ему обычных таблеток впихнуть, что ли? Ну, видимо, да. Истощена? Ну, вот спать пойдешь, истощенная наша. На тебе обычных таблеточек. Я надеюсь, ты после этого хоть встать-то сможешь. Ну, потому что, ну, одна кровать и... Ну, не по-человечески вообще. Пойдем приготовим пожрать. Очень голодно. Я могу? Могу. Можно будет еще какие-то предметы искусства пустить на дрова, чтобы растопить. День шестой. Так, на, похавай. Болен под лекарством, приходит в себя очень голоден. Вот ты сейчас тоже покушаешь, тебе нормально будет. И ты покушаешь, и тебе нормально будет. И... А, вот можно все-таки забрать остальное. На, тоже поешь. Так. Обычно люди вроде как к 10 приходят. А можно? А, ты сейчас уже бегать вообще не можешь.
Он умрет без лечения. Так ты его уже залечила, не переживай. Как бы смотри сама, чтобы сама копыта не откинула. Опечалена, но не в депрессии. Так что тут с этим тоже все спокойно, все ровненько. Так. Капелюшечку дерева не хватает. Ну, просто маленькую такую капелюшечку. Ну вы что, смотрите, сколько тут досок, но мне не хватает дерева. Свет и вода. Положить в коробку, спасти. Ага, упаковываем. И сейчас пойдем что-то еще из синагоги полить. Мне и так вам пришлось то ли картину матери, то ли еще что-то такое спалить. Потому что выбора не было. А сейчас, когда есть выбор, то... А я же еще вернул эти произведения искусства, которые в центре были. Так, давай посмотрим, что мы можем. Картина «Наш дом». Это то, что я уничтожил, да? Церемониальные предметы уничтожил. Ваза один, мало. Военные преступления 41-45 годов. Почему 41 и 45? Почему не 39-го, 45-го? Некоторые вышинцы увидели в немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Возможно, отомстить за неправильную дискриминацию, которая якобы терпение меньшинства. В этих папках хранятся... Блин, вот за это, кстати... Память предков, свет и вода. 6, кстати. Абстрактные скульптуры, вырезанные Аниным дедушкой в поздние годы. В этой серии скульптур он хотел показать современное прочтение природных мотивов. Извините, но нет. Я понимаю тур, который для нее важен, или картины, тут все это, а вот абстракция, извините, нет. Ну, то есть везде должен быть какой-то здравый смысл, и я не считаю, что абстракция это то, что нужно спасать прям, когда вот сдохнешь сейчас от холода, и такой, спасу-ка я абстракцию, пожалуй. Иди сюда, наверх. Пока она дойдет, мы с вами порассуждаем как раз. А, эта девушка столько для меня делает, ага. Было такое. Смотрите, какая метель, смотрите, как просто же какой трындец на улице происходит. Вон как раз та стройка. Help. Погорен. Ну да, ну да. О, ты уже наверху? Ты прям этот Человек-паук. Взяла, забралась. И завершаем день на 3 градусах, так и пофиг. спать, просто спать, остаться дома. Новый заброшенный дом у нас появился. Минуточку, а что? Опасность. Нож нужен. Кстати. А может, к черту топор, сделаем нож, пойдем залутаем там, где опасность, убьем пару людей, заберем у них оружие. Можно в музей, кстати, сходить. Должно убедиться, что Рубен достаточно поправится, чтобы пережить переезд под метелью и бомбежкой. А, да? Типа тут можно с убежища в убежище скакать? Так, ну мы остаемся дома, спим. Он будет уже сейчас в порядке, я уверен. Ну хотя, черт его, 3 градуса было, он в 3 градусах спал. Рубен сегодня встал с постели, он очень хочет помочь мне. Так, день 7, ачивочка. Дожили до 7 дня, видимо, видимо, не всем это удается. Слегка болен, но он, в принципе, уже фигачит собственными ногами. Она спит, сильно устала. Ты сегодня будешь отлеживаться, отсыпаться. Иди в кровать. Иди в кровать, все. Твоя очередь теперь давить эту кушетку. А в принципе, зачем я отдаю такие команды? Сохранение у нас проходит в начале дня, поэтому давайте так. Скорее всего, сегодня торговец приходит. Уже в следующей серии мы начнем этот день.
Посмотрим, на что способен Рувен. Может быть, как раз сделаем ножик и отправим его на опасное задание. С торговцем надо будет... Ладно, я подожду торговца. Исходя из того, будет у него дерево или нет, будем уже смотреть, хочу я рисковать или нет. Потому что мы можем еще с топориком помотаться. Ну, нож просто быстрее, чем топор. И для стелса, именно для убийств, нож гораздо выгоднее, чем топор. Все, ребятушки, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.